Акция сегодня проходит в знак протеста. Акция сегодня проходит в знак протеста. Организаторы акции – это прихожане Грузинской православной церкви. Но мы со своим коллегой решили, что это тот вопрос, который надо обязательно поддержать. И вопрос касается гонения православной церкви на Украине. Захвата церквей, гонения и унижения православных священников, гонения и унижения православных прихожан на Украине. И что особенно нас тревожит, это новый законопроект, который сейчас уже обсуждает Рада Украины, и который создает правовую почву,
что вот те церкви, которые, те 40 церкви, которые прямо бандитски были захвачены от православных, были переоформлены, имущество, чтобы было переоформлено на другие религиозные направления. Ну, это насколько позорный законопроект, что такие законы, я не думаю, что даже обсуждали в фашистской Германии при Гитлере. Мы сейчас договорились с послом Украины, значит, мы им передали нашу петицию, мы начинаем сбор подписей, приход православной церкви Грузии. И если через неделю, через 10 дней Украинская Рада не прекратит обсуждение этого античеловечного законопроекта, и если не прекратится в конце концов такие бандитские налеты на православную церковь, то мы заберемся уже в большее количество, естественно, тут, и уже передадим петицию, где будет несколько тысяч, может несколько десятков тысяч подписей, направлены на правительство и на парламент, на Раду Украины. Анатолий Георгиевич, представитель посольства Украины утверждает, что никакое место не имеет никаких изменений на Украине. Я только что... Не имеет. Вот фотоматериал. Прямо. Как бандитски стараются захват. Вот фотоматериал, ну, прямо видно, такой бандитские налеты устраивают на православную церковь на Украине. Люди одеты в военных формах, или не одеты иногда в военных формах, но люди в балаклавах и вооруженные. Вот. Все, это плохой спутник, надо их это раз, с ними приводить бандитские.